Друзья, всем привет! Вот специально сегодня снимаю листопад, орехи. Сегодня у нас первый раз минус 5. Обычно это бывает раньше, в конце октября заморозок. А вот у нас первый раз. Вот как уже на соседской крыше навалило. И за сегодня он весь-весь облетит. Вот. Просто они падают и все. Так быстро, даже ветра нет. Они просто падают. Один день и все. И листьев нет. Вон ворона прилетела. Орешков поискать.